уже это будет Угу. Угу. 168 человек, и я вчера такой пост написала. Вот просто я сегодня закончила смотреть курс «Счастливые деньги», 12-ю неделю. И у меня очень мне откликнулось вот это вот «хочу и надо». Я вчера была в таком воодушевленном состоянии, вот сидела с утра, я сижу и думаю, ведь надо пост писать, надо пост писать. И стала наблюдать за собой, за своим телом, вызывая дикое сопротивление, нежелание и вообще. И я вот вспомнила, еще раз пересмотрела это «хочу и надо», пошла на улицу, оделась, пошла прогулялась. И вот как-то, я не знаю, прямо внутри вот это вот «хочу», думаю, Жень, копала, 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 почему ты делаешь из «надо», почему ты не из «не хочу», ведь у тебя же было из «хочу». И вот это вот «надо» я убрала. И я вчера была в таком шоке, я прихожу домой, во-первых, у меня очень изменилось настроение, у меня вчера было столько энергии, такой заряд энергии после этого осознания пришел. Я обычно ложусь спать очень рано, я вчера не могла уснуть где-то, я около часа только уснула, и я делала, разбиралась. Захожу в банк, мне приходит 195 тысяч, которых не должно было прийти. Я расплатилась сразу со всеми, ну, вот, учебами, вот, остатки там доплатила за все учебы, так стало вообще по кайфу. Ко мне сразу же записалась на консультацию девушка по моей нише первый раз за все время, вот прямо в точку. У нас завтра будет с ней встреча. 10 часов, и я уверена, что я и пакет продам. Ситуация у нее достаточно сложная, серьезная. И вот я сегодня все это разбирала. Она мне там кратенько написала то, что, ну, то есть свою ситуацию я писала и запрос. И вот я уже даже просмотрела там, с чем у нее с границами, со зависимостью, там надо папу посмотреть, в общем. И я завтра хочу результатами порадовать. Женя, Вот. ты смотри, надо папу Состояние посмотреть. «хочу» и состояние «хочу» совершенно все складывается по-другому. Вот как будто вселенная сама, да, вот это вот вокруг тебя создают совершенно другие Скажи, возможности. вокруг меня, скажи, вокруг меня. Вокруг меня, да, другие возможности. Меня так это порадовало, думаю, так круто. Я рада. И сегодня тоже немножко в это состояние опять надо ушла, и опять начала писать, писать, писать. Тоже очень много техник сейчас делаю, они очень помогают. Но я прекрасно понимаю, что и откаты, и сопротивление, и все прочее. Ну, Ирина, я прям очень рада, благодарна. И девчонки результатами своими так радуют. Один пакет продает, второй, третий. Внутри аж аспирает, думаешь, да, ты же тоже, я же тоже это могу сделать. Пять Вот. человек уже, 5 человек у нас в группе, да, продали. Да. Да. Очень круто. И тоже в таком настрое замечательном я. Теперь Еще я... есть время. Да, есть, еще время есть. Вот. Так что вот готовлюсь к завтрашнему дню. Хорошо. Про «хочу и надо» мы обсуждали в понедельник, да, в клубе еще вот «хочу и Да, я надо». пост написала на эту тему. У меня прям, я вот сидела, сидела, я написала пост, что у меня шло мысли из головы. И у меня столько просмотров, у меня за все время ведения Телеграма не было столько просмотров и комментариев. Там 8 комментариев, и подписчики тоже пришли. Я прям в таком настроении, в крутом была. Классно. Я рада, Жень. Хорошо. Я тоже. Спасибо. Кто-то еще готов на диагностику? Женя поделилась. Про «хочу и надо» рассказала. Кто-то еще хочет? Вопрос можете задавать про деньги, про богатство, про богатых людей. Что мешает? Разберу, подскажу. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас говорите про «хочу и надо», про понедельник, это про какой клуб? Это клуб продвижения про психологию. Я по понедельникам встречаюсь с участниками клуба продвижения про психологию каждый понедельник. И я разбираю каждого психолога, который в клубе у нас есть. А второй клуб как называется?
Второй клуб называется 255 техник. Они тоже присутствуют на встречах по понедельникам. И там больше люди про техники. То есть они больше погружаются в техники и изучают все, что связано с ведением клиента. Продвижение про психологию, там тоже есть техник немного. Но в основном это больше про то, как развиваться в социальных сетях, как продавать, как писать тексты так, чтобы люди доверяли, приходили. Ну, вообще, что делать, какие видео. Какую деятельность вести. Понятно. Да. А вот эти Да. вот, которые 255 техник, это тоже какие-то ежедневные встречи, да, и видеоуроки, я правильно понимаю? Встреч ежедневных нет, конечно. Ой, господи, еженедельно это я оговорилась. Да, Да. еженедельный, да, тоже техники, там прям техники, я вот описываю прям каждую технику, курс по психодраме большой, я прям показываю, беру прям клиента, разбираю, и курс по психодраме там большой, два потока больших, входят 255 техник, там есть денежные техники, как работать с темой денег, там есть модули большие, ну, как со страхом, как с тревогой работать, как с депрессией работать. Ну, то есть там прям разделено. Кому-то вот подростки нужны, я, по-моему, модуль по подросткам делала. Ну, то есть там в основном техники, 255 техник. Ну, там больше техник, там порядка 400, наверное. Это видеоуроки, я правильно понимаю? Это видеоуроки, да, и встречи по понедельникам тоже, ну, то есть тоже приходят, спрашивают, как, вот, ну, какие-то случаи бывают клиентские, что делать с клиентом, если он там вот то-то и то-то. Ну, те даже, кто в клубе 255 техник, они тоже задают вопросы по продвижению, я тоже рассказываю, как продвигаться, без разницы. Мне все равно. Вы приходите, вопрос задаете, я все подсказываю, все помогаю. А скажите, а вот эти 255 техник, это уроки, они какое-то определенное время должны проходить, да, там какие-то задания, или это просто информация для себя, то есть накапливаешь себе вот эти знания? Это Это формат какой? уроки в записи. Вы сами их можете проходить в том формате, каком хотите. У вас доступ к этим урокам 1 год, и вы год, получается, еще и в клубе участвуете. У меня люди после этого обычно всегда продлевают этот год, потому что эти техники — это кладезь, это вот за 15 лет работы. Все, что я сделала, я структурировала. Вот в это лето я как раз обновила все. Ну, то есть раньше курс назывался 105 техник. Сейчас я туда добавила техник, обновила. И теперь этот курс называется 255 техник. Ну, то есть Понятно. это в своем формате. Но люди еще раз берут эти техники и работают. Прям можно работать. Вот кто психодраму проходил, они все вот благодарят, не знаю, Елены Феликан сегодня нет, она просто взяла психодраму, курс изучила, тут же пошла, пригласила на бесплатные консультации людей и тут же собрала обратную связь с них. Потому что она, ну, провела на основе того, что вот она научилась, она тут же провела, потому что еще раз там я показываю прям, как я работаю с клиентом. Ну, то есть беру клиента, беру тему, и прям мы работаем. Ну, то есть это работа. И ну, особенности психодрамы. Я в основном работаю психодрамой. Но в 255 техник там много-много разных техник. Те, которые я придумала, те, которые я где-то когда-то услышала, те, которые я где-то когда-то прочитала, я их все упаковала. Сейчас книгу пишу. Чем точно? 105 техник. Спасибо. Пишу книгу. Уже 65 глав сегодня готово. Я думаю, до конца ноября прям закончу, опубликую. Там будет книга по техникам. Вот. Ну, то есть там прям я по разделам. Вот там у меня сколько-то 20 техник работы с обидой, с чувством вины, с чувством стыда. Ну, то есть вот прям собрала. Чтобы практически могли работать с клиентом, чтобы знали, что делать с клиентом, когда клиент приходит. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Да, Надя. пожалуйста. Хорошо. Кто готов на денежную диагностику? Кому интересно понять, что? Юля, Елена. Готовы? Юля, Елена у нас. Остальные все уже, кто был, кто не может. Ирина, я еще хочу поделиться. Хорошо. Опять смотрела, да, все эти курсы, я их постоянно смотрю. Сила рода. Я, значит, позавчера, на выходных, в воскресенье и субботу, позвонила маме. Я говорю: мам, давай, говорю, мне рассказывай про весь свой род. Я была настолько поражена, вот маме 73 года, и у нее такая память.
Я записала, мы с ней 1,5 часа проговорили, я записала там касаемо ее мамы. В общем, у меня уже набралось больше 100 человек по маминой линии. То есть мы с ней 3 часа провели в субботу, она все даты, практически все, кто там жив, да, там дата смерти, где дедушка жил, там, и такие истории рассказала. Я задавала наводящие вопросы. Поначалу вроде ничего, дедушка, да, из богатой семьи, святки, бабушка там работала у них, значит, ну, домработницы, скажем так, и по 40 лет им было, они святки, то есть Киров, который сейчас, они уехали на север, где мама родилась. Бабушка моя, то есть мамина мама, ее бабушка родила в 55 лет. И потом еще в 57 родила. У нее было столько детей, она рожать начала в 40 с лишним лет. Вот. И, в общем, мама столько информации рассказала. Оказывается, дедушка, то есть маминой мамы отец, мамин дедушка, мой прадедушка, да, несмотря на то, что из богатой семьи была, я говорю, мам, он работал, значит, там, начальником пристани, где в порту собирались, там, они жили на реке Лена река, и такой был порт, где зимовали вот эти вот все судна морские. Я говорю, слушай, ну, если он был начальником, значит, он был уважаемым человеком. Мама говорит, ага, говорит, такой игрок был, говорит, приходил домой, блин, практически без штанов, а иногда мог принести много денег. И я вот тоже здесь рыть начала. Очень интересно, пророт меня эта тема, прямо она так откликнулась мне очень сильно. На следующей неделе с папой буду разговаривать. Папа-то у меня вообще бабушка литовка, их сослали, война была на севере. То есть вообще вот такой... А дедушка, у него была фамилия Креницын Марк Иосифович. Я говорю, он что, еврей был, говорю, что ли? Ну, то есть вообще такая родовая система, вот хочу тоже в ней подразобраться, и очень большую связь нашла со своей бабушкой, с маминой мамой. Вот еще очень много классного в нашем клубе. Да, спасибо, Жень, большое. Я начала вот эту историю родовую, когда я еще вот этот интенсив по работе с родом создавала. И это очень многим откликнулось. Я вот тогда людей большое количество набрала прям в группу, и мы группу эту провели. А потом я, ну, подключила вообще к этому всю свою семью. У меня вся семья этим прям очень сильно так озадачилась. И все пошли, составили генограммы, нарисовали все. И я максимум прям перенесла на сайт myheritage.com, называется сайт heritage.com, и туда можно и фотографии добавить, и все даты, и всех людей, и прям образуется вот это вот большое семейное дерево. Я в первом дне, по-моему, или во втором дне рассказываю про этот сайт myheritage.com или просто heritage.com. По-моему, ссылочка есть, да? Наследие. Наследие, да, там ссылка есть. Вот. И напишите, пожалуйста, сайт. И я напишу сайт. Давайте не здесь, а в этом, в чате вот денежных разборов. Вы же по ссылке перешли, Галин, я напишу сайт туда, хорошо? Туда можно всех-всех прям вот добавлять, туда можно фотографии добавлять, даты. И получается такое дерево большое, и видно вот со стороны мамы, со стороны папы. И туда подключать можно своих родственников, чтобы они тоже добавляли что-то. И получается, что ну, дерево прям вообще разрастается, и видно вот это вот наследие. И в этом такая большая сила есть, что огромное количество людей задействовано вот в семейной системе. Все вместе, то есть такая вот одна кровь, ну то есть прям ну, вот это вот, даже если не кровь, вот у меня есть родственники некровные, ну так вот, не по крови, но они тоже получаются все в родовой системе. И я когда смотрю, такая думаю, о, как интересно, у меня очень просто есть там, и вот его еще какая-то ветка. И получается, что каждый человек, который добавляется туда, если email там он указывает, регистрируется в системе, он тоже может писать свою ветку делать. Ну то есть вот, понятно, да? Ну, то есть вот прям интересный очень сайт, и он дает, я считаю, что вот очень большое количество силы, вообще род дает большое количество силы, любые работы, которые связаны с родом, с клиентами, когда мы работаем, после этого человек уходит вообще просто вот настолько воодушевленный, я еще люблю выставить, ну, вы видели, наверное, да, я люблю выставить прям руку, чтобы человек положил там папа или бабушка или дедушка, кто-то, чтобы положил руку на спину, и когда
Человек кладет руку на спину, клиент вот в этом состоянии находится, и он чувствует за собой силу рода, то у него возрастает энергия, у него возрастает мотивация. Я часто говорю, что вот люди, которые приходят без мотивации, я начинаю прям копать в рот, смотрю, какая там сильная родовая фигура, и вот эта вот родовая фигура, если вы ее вот после работы уже выставляете, после разговора с родственником с этим выставляете, и он кладет руку на спину, там, неважно, мужчине, женщине, кто у вас клиент, и клиент уходит в таком состоянии припонятом, он уже понимает, что он хочет менять этот мир, хочет чего-то достигать, там, не знаю, выходить замуж, жениться, зарабатывать больше денег не только ради себя, но и ради своей родовой системы. То есть потому что за ним стоит вот эта сила рода, и у него мотивация прям в разы растет. Потому что, ну, в разном состоянии приходят люди, и вот когда еще раз вы сзади руки вот так кладете клиенту, ну, я имею в виду после работы, он прям такой уходит и прям такой, вау, фига себе. И часто клиенты даже через несколько лет мне приходят и говорят, Ир, я до сих пор помню вот эти руки, помнишь, мы с тобой работали, вот я до сих пор помню, как вот эта рука там дедушки или прадедушки там вот у меня на спине лежит, и когда сложно становится в каких-то сложных жизненных ситуациях, вот эта сила рода, она прям, ну, вдохновляет людей. И, ну, клиентов, я имею в виду, вот мы же психологи здесь работаем с психологом, ой, с клиентами, поэтому используйте этот способ, можно и самим собой это использовать, и можно, ну, с клиентами это использовать. Я вдохновляюсь. У меня есть вот эта вот волшебная денежная техника, которая за 990 рублей. Вот там у меня есть прям слова про род, про силу рода, что за мной стоит весь род, что, ну, то есть я прям в эту технику в 10 минут туда все добавила, и силу рода тоже добавила. Хорошо. Женя, сегодня мы тебя послушали, как ты вдохновилась курс, рассказала все про курс. Хорошо. Сегодня такие, да, денежные диагностики, наверное, тебе все равно на пользу, что-то услышали вот про силу рода, про хочу и надо услышали. Я надеюсь, что в любом случае это видео будет полезно вам. Хорошо, спасибо вам большое. Сайт напишу, Галина, я помню про сайт. Благодарю вас, да. Очень полезная встреча, правда. Да, Да, спасибо. Про спасибо. сайт напишу. Спасибо, всего хорошего. Да, Доброго дня. всего доброго. Хорошего Счастливо. дня. В следующую среду, я надеюсь, да, больше людей соберем с ботом, разберемся там. Все, До счастливо, свидания. до свидания.